небе всех не сосчитать. Эти звезды маме подарят пять. И однажды утром, глядя на меня, мама улыбнется, звездочка моя. В преддверии празднования Международного женского дня в детском саду «Кристаллик» развернулась бурная деятельность. Вместе с воспитателями малыши своими руками делают подарки для мам. Я маме делаю цветочки. Открытку такую, чтобы мама порадовалась за меня. Я маме желаю, чтобы она была, чтобы она все делала по дому, чтобы я ей, чтобы она вот была очень красивой. Как отметили воспитатели, в процессе работы над поделкой у малышей развивается мелкая моторика и формируются определенные навыки. А меня научишь делать? Да. Ну давай, покажи мне, как делать открытку. Так надо тарелочка. Подготовив все необходимое, можно приступать к творчеству. Давай я попробую. Ну-ка. Смотри. Куда мне? Вот сюда? Снизу? Вот здесь. Сверху, да? Опа. Смотри. Оп. А теперь куда? Вот сюда. Где колбасик? Так, где я прижимаю? Еще два. Какая замечательная открытка у нас получилась. Тем временем в другой группе дети тоже делали открытки к 8 марта. Правда, здесь они получились более традиционной формы. Делаю для мамочки подарок. К празднику, наверное, к какому-то? Угу. К 8 марта? Да. А ты знаешь, что такое за праздник 8 марта? Знаю. Ну давай, расскажи нам тогда. Это день мамы. Из цветной бумаги вышел кусочек, из него делаю маленький цветочек. Мамочке подарок приготовлю я. Самая красивая мама у меня. Маме пожелать какого-нибудь слоненка. Слоненка маме? А зачем а маме слоненок? Она любит слонов. К поздравлению прекрасной половины человечества присоединился и один из пап, пришедший за своим ребенком. Мы хотим поздравить весь коллектив детского садика с 8 марта, наших любимых воспитателей, нянечку, заведующую и, конечно же, наших обожаемых дорогих бабушек и нашу любимую, ненаглядную, обожаемую мамочку, маму Ксюшу. В последней группе дети старательно мастерили небольшие букеты из бумажных салфеток и спешили сказать слова любви самым дорогим для них людям. Маме. А ну какой праздник? 8 марта. А ты знаешь, что это за праздник такой? Ну и что это за праздник? Это... Когда поздравляет маму. Я люблю маму. Я вот. Мамочка, я тебя люблю, чтоб ты была здоровой, красивой. Поздравляю бабушку, воспитатель мам. Я очень всех люблю и желаю вам им счастья. Владимир Кочетков, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город».